витископ. Первый шаг, который мы сделали в Федерации плавания после того, как я стал руководить Федерацией, мы отделили Федерацию от Министерства. То есть она как бы всегда была отделена юридически. Но, опять же, постсоветская инерция. В Советском Союзе федерации всегда существовали при госкомспорте. И это был такой придаток. И это большая проблема. Национальная федерация, она является частью вот этого мирового сообщества на этой территории. Она несет на эту территорию правила, ценности и критерии оценки. С одной стороны, с другой стороны, она является тем мостом, как я сказал ранее, с мировым сообществом в данном виде спорта. И никогда никакая федерация не строит свои отношения с ни с какими правительственными организациями. Это внеправительственные сообщества. В Советском Союзе общественные организации были всегда недоразвиты. И там все развивалось через государственную структуру. Но поскольку весь мир никогда не хотел и не имел дела ни с какими правительствами, каждый вид спорта, каждый отдел госкомспорта должен был создать свою федерацию по принципу, там, Коля, иди сюда, давай, будешь президентом, значит, что ты будешь делать? Там, за судей отвечай, ну, иногда там премии будешь выписывать какие-то. Все. То есть умение взаимодействовать по правилам внутри сообщества нам еще не хватает. Нам нужно этому учиться. И для меня было очень важно заложить основы для такого взаимодействия. Сегодня Федерация плавания уже как бы взаимодействует в очень хороших сотрудничестве с министерством. У нас есть договор с министерством, мы друг другу помогаем. Министерство финансирует и является заказчиком по целому ряду направлений. Но Федерация плавания — это независимая организация, которая строит свою систему согласно законов и правил Международной Федерации на этой территории и законодательства этой территории. Витископ. Спортивное видео.